Основной темой делового форума «Абу-Даби-Москва», прошедшего в столичном Лотте-отеле, являлась инвестиционная привлекательность Объединенных Арабских Эмиратов. По словам участников форума, в большей степени это связано с крепкими дипломатическими отношениями между Эмиратами и Россией. Хочу подчеркнуть важность стратегических инвестиционных отношений между Россией и Эмиратами во всех областях. Мы чрезвычайно горды развитием этих отношений между нашими странами и нацелены на удвоение наших усилий и получаемых результатов. Двусторонние отношения между Россией и Арабскими Эмиратами получили качественное развитие в разных областях, включая укрепление двустороннего сотрудничества. Многие крупные промышленные компании рассматривают Эмираты в качестве целевого партнера и уже налаживают товарооборот. Абу-Даби считается инвестиционным центром. Большое количество российских организаций экспортирует в восточную страну продукты собственного производства, технику, продовольствие, драгоценные металлы и многое другое. У нас буквально этой осенью прошла выставка JITEX. На ней были представлены московские IT-компании. Они имели большой успех в рамках этой выставки. Также было подписано несколько соглашений, в том числе соглашение нашей московской компании, которая уже сейчас здесь реализовала свои продукты в части размещения парковок, паркоматов, работы с городским транспортом. Форум прошел при поддержке правительства Москвы, а именно Департамента внешнеэкономических и международных связей. Руководитель департамента Сергей Черемин отметил, что Арабские Эмираты по достоинству оценивают плоды трудов российских разработчиков и правительства Москвы в самых разных сферах деятельности. Ежегодно Арабские Эмираты посещают большое количество московских делегаций. Это прежде всего делегации Департамента транспорта, которые изучают опыт наших коллег в развитии самой современной транспортной инфраструктуры, строительства транспортно-пересадочных узлов. Это Департамент информационных технологий, который участвует в ежегодно проводимой выставке, посвященной вопросам электронного правительства. Кстати, именно в Дубае в 2015 году мы получили первую премию за внедрение такого электронного портала, как «Активный гражданин» в Москве. Инвестиционный центр Абу-Даби продолжает развиваться усиленными темпами. Туризм, экспорт, строительство, технологические выставки – все это давно характеризует Объединенные Арабские Эмираты как одно из самых передовых государств Ближнего Востока. Илья Залевский, Сергей Новиков и Виктор Сухотин. Новости Большой Азии.